Чтобы быстро действовать в любой чрезвычайной ситуации, нужна не только сильная воля, но и знания, навыки, умение мгновенно принимать решения. Кокшетауский технический институт готовит именно таких специалистов для подразделений по чрезвычайным ситуациям. Здесь особое внимание уделяется физической культуре и спорту. Курсанты должны уметь адаптироваться к любой ситуации и быть готовы действовать четко и быстро. Будущие спасатели ежедневно проходят учебно-тренировочные занятия и сдают нормативы. Если по нормативам тренировок, время подъема по штурмовой лестнице на четвертый этаж от стартовой отметки составляет 25-27 секунд в пожарной форме, если в спортивной форме, время снижения составляет 15-16-17 секунд. Институт ведет обучение по четырем специальностям: гражданская оборона, защита при чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность и спасательная работа. Реорганизация министерства по чрезвычайным ситуациям в стране требует подготовки специалистов, необходимых в данной сфере. Поэтому роль Кокшетауского технического института в структуре МЧС очень важна. В этом году по решению президента создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Перед нами были поставлены большие задачи. Планируется увеличение специальностей. У нас есть воинские части, куда также требуются квалифицированные кадры. Также в ведении министерства будут и вопросы производственной безопасности, и что, конечно, требует новых кадров. Будем готовить специалистов по новым направлениям. Сегодня Кокшетауский технический институт укрепляет материально-техническую базу и готовится аккредитовать исследовательские лаборатории. Это позволит курсантам проводить научные изыскания и разрабатывать новые проекты. В ближайшие годы институт также планирует проводить подготовку магистров и докторов. В этом направлении уже ведутся работы. Аслан Абуталибов, Бибинур Кокурова, Дархан Мужибаев, Абай Толиген, Кокша Акпарат.